Итак, привет, рыбаки! Сегодня мы с вами будем рыбачить в очередной раз в моем любимом месте, вот на такой вот прекрасной мини-речке. Будем рыбачить на китайскую капроновую кастинговую сеть. Первый заброс, и есть результат. Сегодня будем ловить елечиков, сорожку, попадется голавчик, карасики. В основном здесь ловится елец, но почему-то в этот раз попадался в основном сорожка и карасик. Вот под этим островком вся рыба и стоит. Буквально 3 заброса, и уже есть что положить на сковородку. На таких камнях только и рыбачить, так это на сетку из капрона. Никакие лесочные самовязки здесь себя не проявят. А вот такая китайская кастинговая сеть сможет вытащить не один булыжник. Такой вот голавчик издалека. Так вот красиво здесь. Раньше здесь было воды много. Стояла вода под самым берега. Сегодня я музыку на видео не накладывал фоновую, для того, чтобы вы насладились журчанием воды. Приехал я сегодня поздно вечером. Будем рыбачить до самой луны. Вот в этом забросе очень много камней попалось. Но этот заброс очень удачный, попался достойный карасик. Вот такой вот замечательный карасик и его друзья. Мелких отпускаем, чтобы еще раз поймать попозже, покрупнее. Ну а более-менее оставляем. Вот такой вот красивый карась и такое вот красивое место.
Вода еще холодная, поэтому приходится лазить в забродах. Ну, еще раз кидаю примерно в это место, но в этот раз под берег, под дерево. Может быть, там стоит голавчик. В этом месте были гелетчики и карасик. Казалось бы, сеть недостаточно хорошо раскрылась, но этого достаточно, чтобы поймать вот такую вот замечательную рыбку. Такой вот гелетчик. Ну и вот уже виднеется луна. А это означает, что нужно буквально сделать еще несколько забросов и заканчивать вполне себе удачную рыбалку. Поймал я эту рыбу примерно где-то за час рыбалки. Час-полтора. Такой замечательный подлещик попался. Рыбу я прикрываю пакетом, чтобы когда перехожу речку, она не выпрыгнула. Ну и вот, в общем-то, вот такая вот, рыбачки, сегодня замечательная рыбалка. Такая вот хорошая, достойная рыбка. Показываю вам ее крупным планом. Такая вот замечательная сорожечка, елечек. И удалось поймать даже вот такой вот замечательный поплавок. Ну что ж, рыбаки, всем спасибо, пока!